Девчонки, всем привет! С вами Настя, добро пожаловать на мой канал. В этом видео я хотела бы рассказать вам о некоторых правилах ухода за волосами, так что если вам интересно, то оставайтесь со мной. Волосы, когда мокрые, они очень хрупкие, поэтому не надо их расчесывать сразу же, как только вымыли. Надо дать им немножко подсола. Номер два. Избегайте частого использования фена, потому что фен очень-очень сушит волосы. Например, я сушу волосы только в крайних случаях. В салоне красоты, когда меня красят, или когда мне срочно-срочно надо помыть голову, привести себя в порядок, а потом куда-то идти. Правило номер три. Не сушите волосы полотенцем. Конечно, очень хорошо укутать волосы полотенцем, чтобы полотенце впитало влагу, но не нужно никогда их тереть полотенцем, потому что дополнительное трение может также повредить ваши волосы. Правило номер четыре. Мое самое нелюбимое, я в этом очень плохой пример, всегда подстригайте кончики. Кончики желательно подстригать раз в 2-3 месяца, я сейчас объясню почему. Потому что поврежденные кончики очень сухие, и если их вовремя не подстричь, они будут дальше вверх идти по длине волоса, и волосы будут обламываться. То есть вот если они здесь повреждены, они здесь на этом не остановятся. Они будут дальше как бы рассекаться, и в результате ваши волосы, рост ваших волос будет совершенно незаметен. И также волосы будут выглядеть менее ухоженно. Нужно ли вам это? Правило номер пять. Это, конечно же, здоровое питание. Красота волос в первую очередь зависит от здоровья человека, от того, насыщен ли его организм полезными микроэлементами. Для волос очень полезно кушать орехи, рыбу, фрукты и овощи. Правило номер шесть. Расчески и щетки нужно мыть обязательно. Правило номер семь. Разберитесь с кожей головы. Если вас беспокоит зуд в области кожи головы, то лучше всего обратиться к врачу-трихологу, который поможет вам назначить какие-нибудь лекарства, какие-нибудь витамины. Правило номер восемь. Защищайте свои волосы от солнца. Обязательно укрывайте волосы от палящего солнца каким-либо головным убором. А также, если вы собираетесь отдохнуть на море, на юг, то позаботьтесь о том, что возьмете с собой средства, которые помогут вам защитить волосы от хлорированной воды в бассейне. Также от яркого палящего солнца и от морской соленой воды, которая также вредна волосам. Правило номер девять. Иногда принимайте какие-нибудь добавки для здоровья волос. Как я уже говорила, здоровье волос в первую очередь идет изнутри. Поэтому, если вы чем-то болели или вы чувствуете, что в вашем организме недостаточно витаминов, то лучше купить какие-нибудь специальные добавки к пище, те же витамины, но, конечно, предварительно посоветовавшись с доктором. Правило номер десять. Если вы все-таки решились на окрашивание волос, то лучше, конечно, это делать в профессиональном салоне, а не в домашних условиях, потому что особенно если вы решили кардинально поменять цвет, потому что существует множество нюансов, которые человек, незнакомый с парикмахерским искусством, не может предусмотреть. Поэтому у вас мало того, что может получиться совершенно такой интересный, неожиданный результат, так вы еще и хорошенько подпортите свои волосы. Задумайтесь, нужно ли вам. Потом все равно придется идти в салон, чтобы устранять эту проблему. Правило номер 11. Старайтесь избегать выпрямителей для волос и плоек. Как всем известно, выпрямители оказывают очень пагубное влияние на состояние ваших волос, но если вы все-таки решились, если вы все-таки делаете это, то хотя бы используйте специальные средства термозащиты. Правило номер 12. Полноценный сон. Опять же, к вопросу о здоровье всего организма, которое влияет на состояние волос, здоровый сон очень нужен, так что старайтесь спать не менее 8 часов в сутки. Правило номер 13. Откажитесь от вредных привычек. Употребление алкоголя и табакокурения очень негативно сказывается на состоянии ваших волос. Они становятся ломкими и тусклыми. Правило номер 14. По возможности, если вы мерзляк, то лучше это делать только в теплое время суток. После мытья головы ополосните ваши корни ледяной водой. Это придаст им дополнительный тонус, поможет волосяным луковицам раскрыться, и волосы станут крепче, может быть, начнут быстрее расти. И также последний совет, 15-й совет для девушек со светлыми, осветленными или светлыми от природы волосами. После мытья иногда ополаскивайте волосы отваром из ромашки. Это поможет придать вашим светлым волосам дополнительный блеск, а также их укрепит. Ну вот, собственно, и все, о чем я хотела сказать в этом видео. Если оно вам понравилось, то ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо большое за внимание, всем пока!